Представляешь, что мне вчера пуговка заявила? Что она потеряла веру в мужчин, что все они самовлюбленные эгоисты. Ты что? Я тебя специально позвал, чтобы ты поговорил с пуговкой. Ты имеешь ведь подход к женщинам. Ну, не знаю, Серег. Я, конечно, могу сказать, что все мужики верные и порядочные. Но, Серега, обманывать ребенка...